Ну, на сегодняшний день, конечно, наверное, не будет. Ну, с Нового года, наверное, да. Нет, с Нового года. Смотрите, у нас прошел сейчас новый автобус. У нас, в принципе, проблемы, ну, супер проблемы с подвозом не существует на сегодняшний день. У нас есть, ну как, можно заменить некоторые автобусы, там, увеличить, это, а именно предлагать новый, ну, нам новый, как бы, замену, то есть. Так нельзя говорить, он нам всегда нужен, но сегодня нет финансовой возможности. Можно вам вопрос? Смотрите, вы выделили 104 тысячи на проектную документацию, правильно? На разрубку детального плана. Скажите, какая предположительная стоимость ремонта этого участка дороги? Ну, смотря что мы будем делать. Если засыпать, то мы уже знаем, что засыпать. Нет, Вадим Владимирович, вы попутали. Нет, мы дали... Владимир Васильевич, дай такой, я внесу ясно. Для того, чтоб держава закінчила за тими проектами змітною сьогодні документацією Стоїцької гори, для цього потрібний план, розробити план, він за план має на увазі, він відношення до дороги, розробити детальний план за місце, за деньги без міста. Без того зима. Ну, уже есть на снимку даже этот проезд. Это... Гугли. Да в Гугле там много чего есть. Вот сейчас надо, чтобы дорогу подъездом остались, отремонтировать, чтобы можно проезжать участие. Мы это питание выносим на сессию, мы все понимаем. И с вами там есть. Как-то вернуться до службы, чтобы хоть засыпали. Ну, да ничего не засыпали, Василий. Там надо срезать его и кинуть их 200 метров асфальт. Все. Это идеально. Да, срезать его на сегодняшний день. Ну, это не надолго, потому что там и грунтовый...